Салат из бобовых проростков. Ингредиенты: бобовые проростки, имбирь и чеснок, огурец, красный перец, черный и белый кунжут, уксус, соевый соус, кунжутное масло. Бобовые проростки сначала нужно промыть в воде. В них добавляем имбирь и чеснок. Красный перец, огурец, уксус, соевый соус, кунжутное масло. Черный и белый кунжут, тщательно перемешиваем. При желании можно добавить мед. Блюдо готово, его можно подавать к столу. Правильное питание на сайте travart.ru.